Ликбез для парламентариев, президентов, спикеров и актив самоуправления поднатаскают в юридическом аспекте. В Самаре началась работа по ликвидации правовой безграмотности. Правда, пока только среди самарских школьников. В качестве эксперта Ирина Кочуева, председатель секции по правам человека Общественного совета при Самарской губдуме, председатель правления региональной общественной организации правовой помощи и просвещения «Гражданская позиция». О правилах игры на разные случаи жизни в нашем сюжете. Важный момент понимать, что не страшен уголовный кодекс, не страшна конституция. Надо понимать, как с ними жить. Потому что это те правила игры, по которым мы с вами играем. Президенты и спикеры ученических парламентов – это актив школы. В своей юридической грамотности до начала семинара уверены. Правда, сложности появляются уже во время первого вопроса. Полная дееспособность окончательно с какого возраста? 17. Мнения расходятся, правила юридической игры уже не кажутся такими простыми. Если человек не будет знать свои права, то он попадет в какую-нибудь ситуацию и не сможет выйти из нее. А если человек будет знать свои права, то он сможет защитить себя в любой ситуации. Пускать ли полицейского в дом? Имеют ли право досматривать сумку на входе в клуб? Бытовые вопросы с юридической подоплекой. Школьники, большинство из которых в будущем планируют стать юристами, о таком прочтении закона и не подозревали. Каждый ребенок обязательно должен знать, на что он может рассчитывать в этой жизни, а за какие поступки может понести наказание. Подобные семинары планируют сделать регулярными. Татьяна Дрожевкина, Ирина Трофимова и Олег Айдаров. Новости губернии.